Всем доброго времени суток. Что-то выскочил на ручеек, а воды-то нету. Два дня назад здесь был. Вот здесь вот щечку цеплял. А сейчас что-то вообще. Не знаю, пойду дальше, пройду, посмотрю, что там у нас есть. Буквально за день. Вот под берега, вот здесь вот кидал. Под берега стояла вода. Вот буквально за два дня ушла. Ну, посмотрим сейчас. Там пискариков на червяка ловят. Наш окунишка какой. Ну, пора бы уже. Сейчас посмотрим. Вот здесь покидаю сейчас. Что-то пока ничего нету. Вода как ушла. Сейчас посмотрим, что там дальше. Что там дальше? Утки летают. Так, ну что, должен пройти. Своего местечка. Да, муточка. Там меня щук ждет. Что здесь вверх надо лезть. Сейчас попробую танту поставить. Вон щучка. Ну, кто-то играет. Мелочь пузатая. Thank you.
оставил танточку, и кто-то у меня клюнул. Не кто-то, а щук. Куда ты? Куда ты в корягу? Ни пацачиков, ни липгрипов, как обычно. И вывести некуда, блин. Вот так, господа присяжные заседатели, можно поздравиться. Опа, все не зря пошел, блин, грязище-то, сфоткать даже негде. Выкаблучивался с мотылем, что-то пошло не так, поставил танту, получил поклевку. Так, ну рыбу-то я уже распугал, тут все, если только еще щучка где-то стоит.
так тут, по-моему, ловить больше нечего. Классно. Первый щук сезона. Да еще на мормышенка. Я в прошлом году, по-моему, здесь первую щуку поймал на мормышку. Нет, здесь нечего ловить. Надо идти дальше. Раз 15 с мотылем закинул, тишина. Раз 15 закинул с мотылем, тишина. Да, я думаю, танту попробую. В прошлом году тоже так помогло. Только в прошлом году, по-моему, на мосе поймал. Ну и да, первый же заброс с тантой. 3-4 подброса и сидит. Ну, обратно пойду, еще раз зайду сюда. Вот здесь устаканится. А свято место пусто не бывает. Может, окунек какой заползет. Так, а вот я поймал. Опа-на! Смотрите, это кто. Вот такой рыб сажал вот такого червяка от маракю. Вот червяк, вот рыба. Сейчас надо сфоткать. Ну вот. А говорят, червячки от маракю работать не будут в пресной воде. Так, ладно, пойду дальше туда попробую пройти. Посмотрю, что там. Потом на обратном пути, возможно, здесь еще покидаю. Что, попробуем здесь. Навряд ли, но вдруг. Потом дальше туда пройду, попробую там на слияние. На дно-то страшно опускать. Сразу зацепы. Я здесь сколько мормышек уже оторвал. Тропару надо было брать сразу. Кстати, по снастям сегодня тропара. 632-я. Сул, который от 0,8 до 3 грамм. Катушка Mitchell Mag Premier 1000-ная. Такая вот, ветеран уже. 3800 щуку на нее ловил. Мормышечка. Ну и танта, и вот червячок от маракю зеленого цвета. Поставил длинный такой в надежде на большой щук. Ну, сейчас посмотрю, что еще можно укоротить. Не проблема. Так, в воде интересно играет. Как живой. Вон, вон. Кто там, подлые ельцы? Красота-то какая! Ляпота!
Сейчас пойду обратно в тот омуток, еще дещуку поймал, сейчас закину раз несколько и домой. Хватит, открылся по-нормальному. Поставил светленькую мормышечку, что-то тишина. Вроде в мутной-то воде сама то должно быть, а клевала на темную. О, 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 щуки балдеют. Гады. Че не клюешь? Я так думаю, наверное, рыбалку пора заканчивать. Поймал сегодня две рыбки. Открылся по щуке. Клюнула на танту с черной мормышкой. И поймал небольшого ельчика на червячка от маракю. Зеленого цвета. Так что сезон начинается, а то уже что-то тоскливо стало на рыбалку без рыбы ходить. Значит, еще маленько и карасик начнет, можно хирабунку доставать. Вот станагу можно было и сегодня, но сегодня-то ладно. Так что сезон начинается. Дальше, думаю, будет еще интересней. На карасика пора выходить, наверное, через недельку с мормышенком. Так что не забываем подписываться на канал. Лайки, дизлайки, комментарии, все как обычно. Вот она щука. Вот она, вот она, вот она, вот она. Хорошенькая. Ну что, всем пока!